сейчас там должны третий раз ударить в этот колокол. Нет? Кто там зав по колоколу? Александр Николаевич. Александр Николаевич, он никому вообще не доверяет. Ну что? Заметили, да. Дернут за веревочку, да. Хорошо, продолжим. Я специально побольше пел. Дело в том, что у меня была когда-то здесь презентация прозы. И, ну, только Дмитрий, наверное, был вот на ней. Ну ничего, прозу слушаем. Ну, сказки это немножечко тоже проза, но все-таки что-то другое. И так на концертах я никогда этого не делал, не читал. Просто сегодня такой решил вот эксперимент такой сделать. Ну, попробовать. Мне просто любопытно, хотелось этим поделиться. Перед этим такое хоть стихотворение сейчас пришло. Какой-то припадочный возле распивочной смотрел на бульвар сквозь осколок бутылочный. И мент, невзирая на шваль молодецкую, был явно смущен его радостью детской. И я, наблюдающий радость ментовскую, простую, житейскую, в чем-то отцовскую, был ярко-зеленый, кривой и загадочный, такой же, каким меня видел припадочный. Я просто хочу сказать, что сказки, я в детстве очень много их читал. Потом этот период закончился, достаточно, наверное, класса, наверное, до 5-го, до 6-го. Смутили меня больше всего, ну, сказки европейских народов были, в общем-то, достаточно похожи, как и русские сказки. То есть сначала было все хорошо, потом стало все плохо, а в конце все хорошо. И свадебка, и пиром все заканчивается. Вот. Но когда дошел я до сказок Африки, то тут я смутился. Сказки народов Мадагаскара. Там, например, было так. Жил был хороший, добрый человек, он умер и стал зомби, стал всех кушать. И мой мама родная. И вот так вот. Где же мораль? Ну, вот так. Сказки я решил снабжать какими-то песнями такими, короткими песенками буферными. Будто воском душу каплет, верно, душенька грустит, то ли не о ком заплакать, то ли некого простить. Нынче я добро содею, щедро душу расплещу. Нынче я скручу злодея, но прощу и отпущу. Пусть он по свету бродяжит, свое прошлое кляня. Пусть он людям всем расскажет про хорошего меня. Иван и Василиса. Все сделал Иван-царевич, как Баба-Яга подсказала, да и звери добрые помогли. Медведь дуб с корнем из земли вывернул, сундук разбил кованый, зайца волчиха разорвала, утку сокол подбил, щука яйцо из глубин морских достала, Ивану вручила. Разбил богатырь яйцо, достал иглу, обломал ее, тут Кощей бессмертный мой конец, а сказки только начало. Едут Иван-царевич да Василиса прекрасная в родимую сторонушку. Иван о свадьбе мечтает, Василиса природой любуется. Вдруг слышит Иван внутри себя голос чужой, да более знакомый. Ну что, молодец, погубил меня и радуешься? А зря. Ты, дурень, уничтожил только мое физическое тело. Ведь кроме этого у меня остались еще тела. Эфирное, астральное, ментальное, кармическое, интуитивное, небесное. Что? Испугался Иван. Ты мне? Спросила Василиса. А голос продолжал. А все потому, Ваня, что всю свою жизнь я поддерживал свое энергетическое здоровье. Слышал ли ты когда-нибудь о циркуляции инь и ян? Застонал Иван, голову руками обхватил, на траву с коня повалился. Худо тебе, сокол? Испугалась Василиса, слезла с коня, подбежала к Ивану, головушку на колени себе положила, стала виски его перстами нежными поглаживать. Худо мне, Василисушка, говорит Иван, Кощей бессмертный в голову мою вселился, речи бусурманские глаголит. Поцеловала его в макушку Василиса прекрасная. А ты, родима, чтоб не грезилась, мантру прочти. Ее легко запомнить. Ом Шри Саравана Пхавайо Намах. Ну, повтори за мной.
Вынул Иван царевич из-за пазухи крест православный да иконку Божией Матери. Стал целовать их и приговаривать: «Матушка, заступница, спаси, сохрани, помилуй нас грешных!» Всю дорогу донимал его голос Кощеев. День и ночь пил Иван царевич вино крепкое, чтобы забыться напрочь. А как домой приехали, сразу же велел: «Видите меня да Василису под венец!» Так пьяным и обвенчали. Стали они жить да поживать, Иван пьет, с внутренним голосом борется. Василиса Иванову родню поведением смущает, скоромного не ест, перед образами не молится, корову священной считает. Стали в народе поговаривать, что царевич бусурманку привел. Пошел Иван к бабе Яге, так объяснил, мол, и так, помоги, если сможешь. Подумала она, почесала маковку, да и говорит: «Ты пообещай Кощею, что прочистишь свои энергетические каналы, выйдешь в астрал, да накостыляешь всем его тонким телам, а вось и отвяжется. А насчет Василисы, как женщина, советую, отлупи-ка ты ее, ну не сильно. Потом повинись от души, а как помиритесь, в баньке ее хорошенько попарь, на руках вынести, да на белые простыни уложи, да хорошенько...» «Понял!» – обрадовался Иван и побежал к ним оглядно. Сделал он все, как посоветовала баба Яга. Попил Василису, но не сильно, а так, в полруки. Повинился, в баньке попарил хорошенько, на белые простыни уложил, да не так. Ласково глядя на мужа, сказала Василиса: «Я ведь по-христиански, как все», — удивился Иван. «А как же надо тантрически?» «Матушка Богородица, прости меня грешного», — испуганно перекрестился Иван. И вот через 9 месяцев у них родились девочки-близнецы Тантра и Мантра. Тут и сказки конец. Видите, сказки. Пахло керосином, кот мастился на ночлег. Ночью беглым серафимом с туч сорвался первый снег. Пролетев над синим бором, волоча остатки крыл, сгладив скулы косогором, ноги севером укрыл. И застывшие в поклонах до заснеженной земли ели, в белых балахонах, как монахи, побрели, сили слышными псалмами, кроткой радости полны. На растущей над холмами бледно-бурый сток луны. Кот не спал, таращил зенки за окошко в темноту, и тащила ночь поземки бесконечную фату. Избенок. Стала как-то избушка на курьих ножках не с той ноги, поддала бабе-яге под зад и подалась, куда окна глядят. Баба-яга, привыкшая к таким выходкам, почесала ушибленное место, взяла метлу, прыгнула в ступу и полетела фигуры высшего пилотажа выполнять, нервы успокаивать. Не прошло и 3 дней, как избушка воротилась, да в таком виде, что глядеть тошно. Крыльцо где-то потеряла, дверь на одной петле болтается, крыша на бок съехала, правое окно подбито, на фасаде слово неприличное нацарапано. «Хорошо ли погулялась?» — с издевкой спросила Яга. Избушка в ответ протяжно заскрипела, отворила дверь и срыгнула банками из-под пива. «То-то и оно!» — подытожила бабка и свистнула лешего. 3 дня приводили избушку в пристойный вид. Леший крыльцо новое смастерил и приладил, дверь починил, крышу на место поставил, оконное стекло поменял. Баба Яга полы подмела да вымыла, наличники подкрасила, слово неприличное с фасада заскребла. Присмирела обновленная избушка, бабкина команда исправно выполняла, становясь с ней передом к лесу задом, только ночами скрипела, на скуку жаловалась. Много ли, мало ли времени прошло, полетела баба-яга в дальний лес очередное столетие Кощея Бессмертного праздновать. Через неделю воротилась, а избушки не узнать. Окна сверкают, на куриных ножках приплясывают, из стороны в сторону поворачиваются, а у самых ног ее избенок маленький носится, на колесиках, симпатичный такой. Наличники на окнах резные, стены расписные, на крыше конек золоченный. «Ай да леша, ай да мастер!» — только и сказала бабка. Стали жить они втроем. Радостно было избушке с бабкой глядеть, как избенок растет, забот не знает. Накатается за день, а на ночь к избушкину в боку привалится. «Ишь, путешественник, весь тебя!» — без укора говорила Яга избушке.
А избенок рос не по дням и по часам, пока не превратился в красивый сказочный домик. Мечтательный, кстати. Укатит, бывало, на лесную полянку, стоит, на солнышке греется, да представляет, как поселится в нем девица красная, которую злобная мачеха в лес на погибель послала. В один из дней вправду на полянке девушка появилась. Домик от радостного удивления даже дверь настежь отворил. Настя, так звали девушку, тоже удивилась. Обошла домик, поднялась на крыльцо и громко спросила, есть ли хозяева? Но никто не отозвался. И тогда она, вытерев ноги о половичок, вошла. В домике было чисто, уютно, светло. На столе стояли кринка с молоком и блюдо с медовыми пряниками. Это все домик расстарался, ведь был он не простой, а сказочный. Настя постеснялась, да и подошла к столу. «Уж извините, я немножко», — сказала она и откусила кусочек пряника, и отпила глоточек молока. И тут же ей очень сильно захотелось остаться в этом домике, а возвращаться к бабушке, с которой крепко поругалась, совсем не захотелось. «Пусть думает, что меня волки съели». Неделя миновала, хорошо Настя в лесу живется, ест, пьет, спит, гуляет. Домик за ней на колесиках ездит, как собака привязался, не отстает. Тем временем баба-яга с избушкой забеспокоились, куда это их любимый домик занесло. Прыгнула бабка в ступу, махнула помелом, да и полетела домик искать. Воротилась мрачной. «Ну чего глядишь», — сказала она избушке, — «втюрился наш дурачок». Еще неделя миновала, затосковала Настя без цивилизации. Толку с того, что еда само собой появляется, а электричества-то нет, да и телевизора тоже. Так и жизнь молодая бесцельно пройдет без любимого сериала. Да и бабушка родная от горя извелась, а может и того хуже, на место пропавшей внучки квартиранта взяла. На утро вышла она с узелком, в котором были пряники, поклонилась домику в пояс и сказала печально, «Спасибо тебе, домик, за приют и пищу. Хорошо мне здесь, да в село возвращаться надо. Там ведь бабушка моя, того и гляди от переживаний помрет». Счастливо оставаться. Домик ставенками часа захлопал, растерялся, а Настя пошла себе потихоньку, голову понурив, плечики опустив. Поглядел домик вслед уходящей девушки, да и покатил за ней. К вечеру в село прибыли. «Давай-ка остановимся на этом пригорочке», — предложила Настя. «Смотри», — повела она рукой. «Это наше село, видишь? Каждый дом имеет свой сад, огород, забор и собаку. И у тебя все это будет. Только документы в сельсовет я оформлю. А теперь я к бабушке пойду, а ты стой, дожидайся». Наступила ночь. Домик стоял под звездами, слушал собачий лай, нюхал дымок, тянувшийся от жилья, думал об избушке и бабе-яге, о прекрасной девушке Насте, о том, что он может быть сказочный принц, только заколдованный. Под утро приснилось ему, что летит он и покачивается. «Ну-ка, ребята, взяли!» — услышал он грубые голоса. Открыл ставинки, увидел каких-то людей и Настю. «Не волнуйся, мы только колеса снимем, а то ведь укатишь!» Ласково успокоила она. Мужики подняли домик, сняли колеса, поставили его на землю, обкопали со всех сторон и бетоном залили. Потом содрали наличники резные, конек золоченый спилили, стены расписные дранкой били, оштукатурили, деревянную кровлю шиферной заменили, электричество подвели, на крышу антенну поставили. Отошла Настя в сторонку и, довольная, руками всплеснула. «Чистый коттедж!» А домик стоял потяжелевший, проводами опутанный, телевизионной антенной венчанный, радостно думал. «Видели бы меня сейчас избушка и баба-яга!» А избушка и бабка стояли на краю леса и высматривали избенка. Трудно им было отличить его от прочих одинаково скучных домов. Только по крылечку и узнали. «Эх, сарай он и есть сарай!» — с досадой сказала яга, а на окнах у избушки выступила крупная роса. Повернулись они и в лес вобрели. Старая бабка, старая избушка. Можно дверь закрыть, ребята? Я музыку слышу оттуда. Пожалуйста. Просто, когда я говорю, а я ее слышу. И вы слышите. Да, и вы слышите. Шаба-дуба-дуба, шаба-дуба-дуба. И если за крючок и зацепилась губа, мы не рабы, рабы, не мы рыбы, мы синей воды ворочаем голыбы. Мы люди рассуждают, буря умные лбы, люди утверждают, будто рыбы дубы. Мы не дубы, дубы не мы, это зря. Мы на дыбы, 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 все моря, ах, как прекрасен. При яркой луне гордый фрегат на серебряном дне. Людям неведома тайна дана, свет на
нам от неба, но правда со дна. Рыбка. Это объявляю сказки. А где Володя? Володя где? Кричала Надежда в лицо Людмиле. Работа, работа, отвечала Людмила и стучала кулаком о кулак сверху вниз. А папа как? Папа, переспросила Людмила и, выпатив грудь, словно культурист, показала. Крепкий еще. Я чаю принесу, крикнула Надежда и пошла на кухню. За ней вязалась ее маленькая дочурка Анечка. Мама, а почему ты все время кричишь? А потому что с глухим трудно разговаривать. А тетя Люда совсем не слышит? Совсем. Она тебя по губам понимает? Да. Значит, она и рыбку нашу поймет? Ну что за глупость? Но ведь наша рыбка умеет говорить: мама, ты же сама видела. Эта рыбка просто открывает и закрывает рот. Дышит она так в воде, а не говорит. Нет, говорит, что ты от меня хочешь. Я хочу показать тете Люде рыбку. Ну так показывай, а я пока торт нарежу и чай заварю. Анечка побежала в комнату. Тетя Люда листала журнал «Новый хозяин», в котором работала Надежда. Анечка подошла к тете и тихонько потянула за рукав. Людмила подняла голову, увидела Анечку и улыбнулась. «Рыбка!» – громко по слогам сказала девочка, показывая пальчиком на аквариум. «Рыбка!» – повторила Людмила. «Да-да!» – обрадовалась Анечка. «Это не простая рыбка. Она умеет говорить: мама!» «Мама?» – удивилась Людмила. «Пойдем, пойдем!» – потянула ее к аквариуму девочка. «Смотри, я постучу о стекло, и рыбка подплывет. Рыбка!» – сказала Людмила. «Ах, ты не поняла. Смотри!» – Анечка постучала ноготком по стеклу, и рыбка, приученная этим звуком к тому, что дадут корм, приплыла. «Сейчас она скажет: мама!» И рыбка действительно два раза открыла и закрыла рот. «Вот видишь!» – радостно засмеялась Анечка, и, глядя в лицо Людмилы, громко, как Надежда, спросила: «Ты поняла?» «Ага!» – сказала Людмила и уставилась на рыбку. Рыбка навела на нее свои выпуклые телескопические глаза. Анечка бросилась на кухню. «Мама, мама, тетя Люда с рыбкой разговаривать будут!» «Ну, конечно! Помоги мне лучше, бери тарелку с тортом, а я чай понесу». После чая Людмила показала пальцем на рыбку и попросила: «Подарите!» «Это же надо!» – удивилась Надежда и спросила дочку. «Ну что, подарим тете Люде рыбку?» «Мама!» – со слезами в глазах посмотрела на нее Анечка. «А я тебе новую куплю, точно такую же!» «Ладно», – вздохнула великодушная Анечка, но было видно, что ей совсем не хочется отдавать рыбку. Печалиться ей пришлось недолго. Через пару дней в ее аквариуме плавала рыбка, очень похожая на прежнюю, и о радости она тоже умела говорить: «мама». Надежда поехала в зоомагазин за сухим кормом. У самого входа на ступеньках встретила красивую пару. «Это ж надо, как на Люду похоже», – удивилась она, глядя на женщину. «Только это ростом выше, и одета шикарно. Наверное, экзотических тварей в доме держат. Вон пакетов сколько мужик ее тащит. Конечно, если денег немерено». Пара прошла мимо. Надежда обернулась. К машине своей идут, к киномарке. «Ой, а походка у нее Людкина, косолапая». «Нет, шуба, мужик, машина, откуда? А если она?» «Догнать и спросить неудобно». «Что значит неудобно? Извинюсь». Надежда торопливо забежала вперед и, глядя в лицо женщины, чтоб та могла прочесть по губам, а вдруг Людмила, обратилась: «Извините, Люда, это ты?» «А кто же еще?» – без особой радости ответила шикарная женщина и представила своего спутника. «Познакомься, это Вадик, мой водитель». «Как водитель?» – не поняла Надежда. «А где Володя? Володя где?» «Да не кричи ты, я не глухая», – недовольно поморщилась Людмила. «Расстались мы с Володей». «Как не глухая? Как расстались?» «Вадик, это Надежда, моя давняя знакомая». «Какая знакомая? Что ты говоришь? Я ведь твоя родственница!» «Мы с ней так давно знакомы, что стали почти родными», – нагло улыбаясь, объяснила Людмила своему спутнику. Тот равнодушно пожал плечами: «Ваши проблемы». «Ты, Надюша, звони, пока я телефон не сменила». «Ну, пока». После того, как машина уехала, Надежда постояла еще с минутку, не заходя в магазин, побрела на остановку. «Мама, ты рыбке еду привезла?» – встретила ее порог Анечка. «Рыбке?» – рассеянно спросила Надежда. «Да, нет, не привезла». «Ой, а что же она кушать будет?» «Перебьется». «Мамуля, кто тебя расстроил? Опять пальчик от нервов загнулся». Надежду затряс мелкий истерический хохоток. «Доченька, знаешь, что у глухонемых означает загнутый указательный палец?» «Нет, а что? Зависть, вот что! Выйди, пожалуйста, мне надо поговорить по телефону». «Мамочка, я не буду мешать». «Выйди!» – рявкнула Надежда. «Ты злая!» – крикнула Анечка. И с плачем выбежала из комнаты. «Будешь тут злой», – подумала Надежда, набирая номер. Вот. «Алло?» Номер Людмилы. «Алло?» – прозвучал знакомый голос. «Рыбка!» – яростно выпалила Надежда. «Рыбка!» – спокойно ответила Людмила. «А я? А что ты?» «Я ведь ее кормила исключительно сухим кормом».
Откуда ты знаешь? Рыбка жаловалась. Ты врешь. У нее от твоего сухого корма язва желудка. У рыб не бывает язвы. Как бывает? Я вижу, вы с ней спелись. Да, спелись. И уж она для тебя постаралась? Один раз. Врешь. С какой стати? Ты стала здоровой, богатой, что там еще? Я выразила несколько желаний в одном предложении. Не ври, я сказку читала. Ну и дальше читай. А ведь я тебе хорошо думала. А я тебе что-то плохое сделала? Ладно, вздохнула Людмила. Приезжай. Я поговорю с рыбкой. Может, чего и посоветует. Надежда метнулась к двери. Людмила подошла к аквариуму и постучала ногтем о стекло. Приплыла рыбка. Я все знаю, прошептала Людмила по рыбкиным губам. Но не печалься. Нас небольшие партии из Китая привезли. Меня еще двух рыбок с такими же способностями. Одна из них как раз у Надежды. Повезло ей. Анечка сидела у аквариума и делилась печалью с рыбкой. Жаль, что ты кроме мамы ничего не говоришь. А то бы я попросила тебя выпрямить мамин пальчик. Надежда ехала в полупустом троллейбусе, дыша на замерзшую руку, которая из-за крючковатого пальца не лезла в перчатку. А вдруг это ловушка, лихорадочно соображала она. И пока я тут еду, загадает Людка какое-нибудь подлое желание. Динь! Прозвучало в троллейбусе. И на мгновение стало светлее. Но мало ли чего. Может, мобильник чей-то сработал. Разряд электрический за окном полыхнул. В руке вдруг стало горячо. Палец выпрямился и порозовел. Началось. В невероятном напряжении замерла Надежда, да так, что не заметила и контролера, спросившего билет, и того, как он испуганно обошел ее стороной. Еще бы, сидит женщина и смотрит на свой указательный палец. Хотя что в этом странно? Как Танюша с печки щипчики взяла, волосы в колечко мелко завела, про творечки песню завела, для кого печки кудри завела, может быть, другую он себе завел, лучше бы в пивную он себе завел, лучше бы хмельную песню он завел, а потом вручную трактор бы завел. Ты лети, мой трактор, через поле ржи, так там, мол, и так-то милому скажи, мол, грустит у речки девушка одна, скоро все колечки разовьет она. Ты проснись, мой сокол, в утреннюю рань, на гранитный цоколь ноженьками стань. Обратись, мой сокол, в звончатую медь, чтоб не смог высоко от меня взлететь. Чу, зафыркал трактор, это важный фактор. Сестрица и братец. Жили-были в одном селе муж да жена, и поехали они в дальние края на заработки. И до того хорошо там обустроились, что о детях родных забыли. Остались Аленушка да Иванушка одни одиношеньки. Устроились Аленушку на работу в райцентр, а братца малого стала брать с собой. Шли они как-то днем жарким, полями широкими, непаханными. И захотелось Иванушке пить. «Подожди, братец, — говорит ему Аленушка, — дойдем до колодца». Идут они, идут, солнце палит, жар с ног валит, пот ручьями катит. Глядь, а на дороге коровье копытца полная водица. «Нет уж, — думает Иванушка, — лучше потерплю, мне Аленушка сказку читала, знаю, что будет». Идут они дальше, вот уже лошадиные, козьи копытцами навалим, а солнце палит, жар с ног валит, пот ручьями катит, а на дороге след от колеса тракторного, водой до краев наполнены. Из этого можно, обрадовался Иванушка. Отстал он от сестрицы, мол, шнурок развязался. Встал на четвереньки, понюхал, вода бензином пахнет. Идет себе Аленушка, вдруг слышит, мотор за спиной затарахтел. Обернулась, а вместо братца Иванушки мини-трактор стоит, фарами виновато мигает. Поняла она все и заплакала слезами горючими. В это время ехал дорогой проселочный бизнесмен на джипе Чероки. Видит, девушка красоты неписанной мини-трактор обнимает, слезами заливается. Остановился он, вышел из машины и спросил участливо, о чем, красная девичица, плачешь? Рассказал ему Аленушка про свою беду. Бизнесмен ей говорит,
Давай жить у меня на даче гражданским браком. Ни в чем тебе нужды не будет. А братца твоего как родного любить буду. Аленушка подумала и пошла за бизнесменом. Стали они жить-поживать. Бизнесмен с Аленушки пылинки сдувает. Иванушку самой наилучшей соляркой заправляет. Механика личного к нему приставил. Гараж отдельный построил. Иванушка на радость их весь огород перепахал. За соседний было взялся, да вовремя остановили. Но жила неподалеку от них ведьма. Не могла она спокойно смотреть на чужое счастье. Однажды, когда бизнесмена не было дома, пришла она вроде бы по-соседски к Аленушке, стала звать купаться на речку. Аленушка и согласилась. Пошли они на речку, разделись, а ведьма кинулась на нее, привязала на шею камень и столкнула в воду. А сама схватила одежду Аленушку и бегом в райцентр, в салон красоты «Дежавю». В салоне ей всяческие услуги стали предлагать, она им фотографию Аленушку сует. «Хочу, мол, быть такой же?» «Запросто, — говорят, — мы не из таких уродин красавиц сделали». Закатали рукава, где было сморщено, подтянули, где отвисло, подрезали, силиконы накачали, швы наложили, гримом густым все замазали, пудрой присыпали, к зеркалу подвели, вылитая Аленушка. Но не знала ведьма, что берегом реки шли браконьеры, и невод шелковый по дну волокли, чуть зацепился невод за что-то. Вытащили его на берег, а там девица красная, а на шее у нее камень. Отвязали не камень и стали делать ей искусственное дыхание изо рта в рот по очереди. Открыла она глаза. «Где я?» – спрашивает. В это время бизнесмен домой вернулся, а ведьма в его облике Аленушке поджидает. Не заподозрил он ничего, а у Иванушки хоть он и трактор, душа не на месте. Завелся с полоборота, разогнался, повалил ворота и к речке покатил. «Чего это он?» – удивился бизнесмен. «Да в металлолом отдать его пора», – говорит ведьма. «Совсем от рук отбился». Удивился добрый молодец. С чего это Аленушка отношение к братцу поменяла? Но ничего не сказал. А только вслед за трактором побежал, а ведьма за ними. Так по колесным следам к речке и прибежали. Глядь, а у самой воды трактор стоит. Рядом Аленушка в купальнике, а вокруг рыбаки. Бизнесмен так и сел на песок. С кем же я тогда прибежал? Тут Аленушка ему все и рассказала. «Врет она!» — закричала ведьма. «Это я, Аленушка! А это мы сейчас проверим!» — сказали рыбаки. «Наш-то натуральное, пока откачивали, всю перещупали. А вот ты кто такая?» Взяли да и кинули ведьму в воду. Вынырнула она. Вылезла на берег, а макияж-то смыла. Стоит вся в швах и подтяжках, как зашнурованная. Тут все заулюлюкали, засвистели, ногами затопали. Побежала она опозоренная. «Ну, мужик, — говорят бизнесмены-рыбаки, — с тебя причитается. А то как же, — говорит он, — а сам с Аленушки глаз не сводит. Тут мини-трактор на радостях подпрыгнул на всех четырех колесах, кувыркнулся через капот и превратился в братца Иванушка. Эх, — вздохнули рыбаки, — а мы на тебе в магазин хотели сгонять». Отвалил бизнесмен им на радостях денег немерено. «Здесь, — говорит, — на берегу свадьбу играть будем. А как празднуем, поедем с Аленушкой на Канару, а Иванушка в бизнес-школу отдам». Обрадовалась Аленушка, расцеловалась со всеми, а Иванушка говорит: «Я лучше трактористом буду». «И то верно», — согласились рыбаки. «Если все в бизнес пойдут, кому же тогда работать?» Тут и сказки конец. На горячем песке загорает раскрытая книга, детективный роман, в коем правит сюжетом интрига, где коварно наводит мосты молодой генеральша, иностранной разведки агент, ветер книгу листает, а дальше? Дальше только обложка, увы, приключения кратки. Ветер книгу листать начинает в обратном порядке, от развязки к началу, где живы герои романа, что весьма, с точки зрения доброго ветра, гуман. Генерал с генеральшей живут, словно голубь с голубкой. Иностранный агент сыграет в Крыму под Алупкой, пьет вино, изучает народа дурные привычки. Хозяева книги вдруг вспомнят о ней в электричке. Мужчина в электричке обратил внимание на забытую кем-то книжку. Взял ее, открыл на первой странице и прочел. Ехал как-то мужчина в электричке, обратил внимание на забытую кем-то книжку. Взял он ее, открыл на первой странице. «Это же надо, какое совпадение!» – удивился он. И стал читать дальше. А дальше было написано: «Это же надо, какое совпадение!» – удивился он и стал читать дальше. На смену изумления пришел страх.
Мужчина закрыл книжку и отложил ее. Немного подумав, сделал над собой усилие, взял, открыл и прочел. На смену изумлению пришел страх. Мужчина закрыл книжку и отложил ее. Немного подумав, тогда он попытался прочесть то, что было написано ниже. Но буквы расплывались. Хотел перевернуть страницу, но листы склеились. Бросив книжку на пол, он поплевал на пальцы и вытер их платком, потом тихонько перекрестился. «Триллер?» – спросил сидящий напротив юноша. «Вроде того», – ответил мужчина и вытер пот со лба. Юноша поднял книгу и стал читать. Очень скоро он отложил ее, побледнев. А неподалеку сидел человек, подбросивший эту книжку. И все надеялся, что кто-нибудь сумеет дойти до второй страницы. Но за последние 50 лет это не удавалось никому. Она превращалась в девушку, ой, не доцеловал. Кожа у нее теперь зеленоватая, глаза чуть на выкате, а так ничего. Ты не плачь, царевич Иванушка, говорит ему девушка. Это ничего, что спина у меня пупырчатая, зато ноги прыгучие. Не доцеловал. Сказку! Сказку! Закричал противный мальчик. Сказку хочу! Явилась к нему сказка со зверской рожей и строго спросила: чего орешь? Мальчик смутился и попросил тише: сказку. Так-то лучше, подобрела сказка и уменьшилась до мышиных размеров. Папа, мама, дяденька и тетенька, сидящие в купе, по причине своей взрослости и серьезности видеть ее, конечно, не могли. «Они расскажут», — кивнула сказка на родителей и попутчиков, — «а мы послушаем». Мама посмотрела на папу. «Ну что, давай». Папа вздохнул и начал. «В некотором царстве, в некотором государстве, в некотором городе есть проспект имени Ленина. Он упирается в площадь имени Ленина. За площадью находится Днепрогресс имени Ленина. По правую сторону плотины водохранилище имени Ленина. Оно не остров имени Ленина, да еще порт имени Ленина». «Что же ты ребенку ужасы на ночь рассказываешь?» – возмутилась мама. «Так я же о своем родном городе Запорожье», – стал оправдываться папу. «Ребенку сказка нужна, так это ж только вступление. Господи, ты никогда не умел рассказывать, лучше уж помолчи». Папа вздохнул и вспомнил, как, будучи маленьким, часто просил отца: «Папа, почитай». «Почитай отца и мать своих», – всякий раз отвечал суровый родитель, но книгу в руки не брал. «Сказку», – напомнил мальчик. «Может быть, я попробую?» – спросил дяденька. «Мне эту сказку еще бабушка рассказывала». «Да, пожалуйста», — попросила мама. «А то он пока не послушает, спать никому не даст». «Ну давай, дяденька», — подумала сказка и подперла щеку кулачком. «Так вот», — начал он. «В одной восточной стране жил могучий и грозный падишах». «А в какой именно стране?» — поинтересовался папа. «Да не все ли равно в какой? Ну, Ирак там или Иран», — не унимался папа. «Что ты с географией к человеку лезешь?» — вступила за рассказчика мама. «Хорошо, ладно», — занервничал дяденька. «Пусть будет Азербайджан». «Так вы из Азербайджана!» – радостно догадалась мама. «Да, из Баку. А я там была в командировке. Какие у вас прекрасные базары! Сказку, сказку!» – заныл мальчик. «Да, так вот, на чем я остановился?» «На том, что вы из Баку!» – напомнила мама. «Нет, я остановился на падишахе. Так вот, было у него три дочери. Две старшие уродины, а младшая красавица?» – спросил мальчик. «Весь в папу!» – подумал дяденька и сказал. «Нет, все три красавицы. Явились они как-то к отцу, и каждая положила к его ногам надрезанный арбуз. Арбуз старшей дочери был перезрелым, арбуз средней дочери был спелым, арбуз младшей дочери был незрелым. Зеленым, поинтересовался мальчик, скорее розовым. Чтобы правильно растолковать поступок дочерей, падишах призвал своего мудрого визиря, то есть помощника. Тот пришел, посмотрел на дочерей арбузы, улыбнулся и сказал: «Все очень просто, о великий падишах. Перезрелый арбуз, который принесла тебе старшая дочь, означает, что ей давно пора замуж. Спелый арбуз средней дочери означает, что она уже готова к замужеству, а недозрелый арбуз младшей дочери говорит о том, что она хоть и мала еще годами, но тоже готова выйти замуж». «Никакой логики», — заметил папа. «Какой же вы занудный!» «Да что ж ты человеку сказку рассказать не даешь?» — взвинтилась мама. «Сам рассказывать не умеешь и другим не даешь». «Мама, Алюська хочет выйти за меня замуж», — мешался мальчик. «Рано еще. А если она арбуз тебе принесет?» «Ну и семейка», — воскликнул дяденька. Взял со стола сигареты и зажигалку и вышел из купе. «Нервно какой», — удивился папа. «Может, у меня получится?» — спросила тетенька.
Вы ж нас извините, стала оправдываться мама. Давай, Людмила Тимофеевна, подумала сказка, от которой никто никогда не мог утаить ни имени своего, ни отчества, ни других паспортных данных. Собственно, это не сказка, задумчиво сказала тетенька. Сказку, заныл мальчик. Не торопись, деточка, это реальная история, но она очень похожа на сказку. Это про мою кошку Мурку. Сидели мы как-то вдвоем, я да моя кошка Мурка. Вот я возьми да и скажи, что там, Мурка, толку от тебя никакого. Мурка внимательно посмотрела на меня и ушла. Через какое-то время возвращается и кладет мне к ногам мышку, как бы говоря, как это от меня толку нет, есть? А я ей говорю, нет, Мурочка, мышка это мало, это, можно сказать, совсем ничего. Мурка развернулась и ушла, а через некоторое время приносит мне воробушка, представляешь? А я ей говорю, Мурочка, воробушек хорошо, но и этого, по большому счету, мало. Мурка снова ушла, а через некоторое время приносит мне голубя, а я ей говорю снова, голубь-то просто замечательно, но и этого, муреночек, мне мало. И Мурка снова ушла, долго ее не было. Наконец она вернулась и принесла $100, не выдержал папа. Сразу видно, что он в детстве сказок не читали, обиделась тетенька. А что она принесла, поинтересовался мальчик. Пусть твой умный папа расскажет. Возмутилась тетенька и выскочила из купе воздухом подышать. А ведь начало неплохое, подумала сказка, интригующая. Значит так, поднимаясь и расстегивая ремень, сказал папа сыночку. Мы погасим свет и выйдем. Если через 10-15 минут не заснешь, пеняй на себя. Ну что, допрыгался? Спросила сказка мальчика, когда тот остался один в темноте. Так они сказки рассказывать не умеют, а сам себе рассказать не можешь. Вслух? Не обязательно. Мальчик вздохнул и подумал. В некотором царстве, в некотором государстве. И сразу же возник город с царским дворцом, крепостной стеной и высокими башнями. В узком зарешоченном окне одной из башен он увидел люльку. Скривившись, она ела недозрелый арбуз и сплевывала его белые косточки с большой высоты на голову горожанам. Кто-то потерся его ногу. Мальчик посмотрел вниз и увидел кошку Мурку. Он очень обрадовался, но тот же сделал серьезное лицо, прокашлялся и сказал по-взрослому, что-то, Мурка, толку от тебя никакого. Ну, наконец. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, надо врагом, над обрывом, чудо-дерево растет. На ветвях его с надрывом дева юная поет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, в едином голосе не радость, сердцу жалобная весть. Оттого знать надрывалась, что никак не может слезть. Ой-ой-ой, ой. Просили бабушку Насте переехать из своей разварюшки в новую однокомнатную квартиру. Как ни уговаривали, ничего не получилось. Не хотела бабуся покидать свое старое жилище. И все тут. И риэлторы ее уговаривали, и депутаты, и бандиты. Последние даже побили упрямиться, но не сильно. Старость ведь уважать надо. Здоровье бабуси после этого пошатнулось, зато поле окрепло. Огорчились риэлторы, потому что выгоду хоть и малую теряли. Огорчились депутаты, так как уже приняли решение о выделении земли, на которой стоял бабусин домик под строительство крупного рынка. Огорчился мэр, потому что инвесторы могли передумать. Только бандиты не огорчились. И главарь позвал одного из своих бойцов и сказал, значит так, поедешь завтра к бабкиной хате на бульдозере и будешь совершать строительные маневры, якобы площадку разравниваешь. А потом бульдозер откажет управление, и он случайно снесет ядрение фене эту долбаную избушку. А если бабка мне кажется, что ж, такова ее судьба. На следующее утро возле одинокой хатки завыл, залязгал могучий бульдозер. Поездив для виду взад-вперед, он опустил ковш и резво попер на убогое жилище. Бабуля, следившая за ним в окошко, выбежала и встала на пути, раскинув руки крестом, всем своим видом показывая, что скорее умрет, чем позволит сломать домик. Бандит, сидящий за рычагами бульдозера, тоже был настроен решительно, когда расстояние между ним и бабулей сократилось настолько, что нужно было хорошо разглядеть друг друга. Произошло неожиданно. «Калюня!» — всплеснула руками бабушка. «Бля, баба Настя!» — радостно крикнул бандит, остановил бульдозер, заглушил двигатель и выпрыгнул из кабины. «Не мог я старушку обидеть», — доложил Колян главарю. «Это как же?» — нахмурился тот.
Детство у меня было тяжело, объяснил боец. Родители пьяницы, вечно голодные, оборванно бегал. А баба Настя одна меня любила. Кормила, обстирывала, сопли утирала. В общем, она мне как мать. Мать – это дело святое, смягчился шеф. Ладно, сделаем так. Бабке вместо однокомнатной дадим трехкомнатную. На 2 дня местовые на рынке повысим. Должников прижмем, на хату хватит. А ты бери старуху на себя, убеди ее. Понял? Через 3 дня состоялся торжественный переезд. Так как новое жилье было неподалеку, переселение превратилось в шествие. Впереди всех вышагивал мэр города, вертя на пальцы ключи от новой бабушкиной квартиры. Вдоль обочины двигалась бригада телевизионщиков, снимая это знаменательное событие для вечерних новостей. Вслед за мэром шли его первые помощники и референты. За ними медленно катил шикарный кабриолет с открытым верхом. За рулем был Колян. Рядом с ним торжественно восседала баба Настя. За кабриолетом серым облачком летела платяная моль. Следом белым облачком летела пищевая, которая в крупах водится. За молью, строго держа равнение, маршировала дивизия тараканов. Особенно эффектным был тамбур-мажор, вертящий и подбрасывающий передней лапкой соломинку. За тараканами нестройной гурбой, шарахаясь из стороны в сторону, семенили мыши. За ними грациозно и мягко выступали бабулины кошка Соня и кот Афанасий, демонстрируя прохожим и зевакам, как они красиво пасут мышей. Девочки с детских курсов кройки и шитья, идущие за кошками, торжественно, как шлейф свадебного платья, несли паутину, на которой черным горохом сидели пауки. За юными швеями следовали новые тимуровцы, бережно неся в баночках плесень для обоев. Их друзья из кружка натуралистов обещали раздобыть для новой квартиры стеновой грибок. За новыми тимуровцами энергичным шагом ступали риэлторы, неся в огромных клетчатых сумках стеклянные пластиковые бутылки, а также баночки, пузырьки и флакончики различных размеров. Далее солидно двигались депутаты, только у них в таких же сумках были коробки из-под конфет, перегоревшие электрические лампочки, испорченные выключатели, пустые деревянные катушки, ниток, дырявые половички, лоскутки разных тканей, пустые жестяные баночки из-под кофе, тюбики из-под помады, окаменевшая тушь для ресниц, а также много других полезных вещей. Вслед за депутатами тихо ступали работницы городского управления культуры, благоговейно, словно иконы, неся любимые бабушкины продукции, репродукции картин «Три богатыря» и «Бой пересвета» с Щелубеем. Строго держа интервалы, блистая отменной выправкой, представители военно-патриотических сил несли полную подшивку журналов «Советские войны» старшина-сержант за 30 лет. За ними багровее напряжение 6 самых крепких бандитов тащили огромный бабушкин сундук, закрытый на 7 замков. А что уж в нем хранилось, и гадать бесполезно. Замыкал шествие грузовик, везущий гибрид радиолы с телевизором, размером с небольшой садово-огородный комбайн, резной трехстворчатый застекленный буфет, дубовый шкаф, хранилище изъеденной молью бабушкиной шубы, кровать с никелированными шишаками и провисшей, как дрябл, живот панцирной сеткой, ящики со щербатой посудой, многое еще всякого добра. Колонна идущих оказалась то длинной, что голова ее была уже возле нового бабушкиного жилья, а хвост у старого. У дома бабулю поджидали музыканты с духовыми инструментами. Мэр города поздравил бабушку с новосельем, пожелал долгих лет жизни и торжественно вручил ей ключи от квартиры. В первую комнатку бабушка поселила моль и приказала ей не разлетаться. Во вторую комнату она запустила тараканов и приказала не разбегаться, даже пальчиком пригласила. Мышам была предоставлена кухня, где они сразу же стали грызть плинтусы, чтобы устроить себе норки. Кошки сами нашли себе место под ванной. Вещи заняли всю третью комнату, а самой бабе Насте места не осталось. Но она не унывала. Мне там многого и не надо. А так как дело шло к ночи, положила бабуся у двери свой обтрепанный половичок, улеглась на него, укрылась ветхой попонкой, улыбнулась, пожелала всем спокойной ночи и закрыла глаза. Светит месяц, светит лед, светит все, что свет дает. Светит лампа в 40 ватт, светит кум и светит сват. Светит мата сквозь пыль, непочатая бутыль. Хлеба светится ломоть, сквозь прорехи светит плоть. Светит сельди ржавый бок, светит плавленый сырок. Кто помолит?
улица за нас, темной ночью в светлый час. Заканчивай свое выступление, но в народном стиле надо же закончить. Ну, такие сказки, да, как ты еще не спишь, мой маленький дружок. С берега на берег переброшенный мостом, 6 сосновых жородочек, 25 досок. 6 сосновых жородочек, 25 досок. Ходите, мой миллионочек, с пятки на носок. На щеках миллионочка алая заря, у него заложена левая ноздря, у него заложена левая ноздря. Но платок батистовый носит он не зря, сделает миллионочек очень строгий вид, шмарганет платочком, словно продрубит. Шмарганет платочком, словно продрубит. Это инфлюенция, важно говорит. И на звук миллионочка с дальнего леска по сигналу ложеному двинулись войска. По сигналу ложеному супостата добить. Вот что инфлюенция может натворить. Выиграли баталию, кончилась война. Дали всем медаль, а миллионку ни хрена. Дали всем медаль, а миллионку хоть бы хны. Лучше быть сопливым, лишь бы не было войны. Ой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо вам большое за внимание. Вы замечательно слушали. Желаю вам мира, счастья, добра, всего самого доброго. До новых встреч. Спасибо.